Пока в Василеостровском районе нет ни одной велодорожки, активисты готовы исправить этот недостаток. Если большинство жителей проголосуют «за», то на нечетной полосе тротуара на личной улице появится первая. Активисты на месте доказывают, что ширина тротуара от угла Уральской улицы до Апачинского сада от 4 до 7 метров. А это значит, что выделить отдельную полосу для движения велосипедистов по всем стандартам и без ущерба для пешеходов и автомобилистов можно. Велосипедные дорожки очень нужны. Вот, катаюсь часто, каждый день, и днем, и вечером. Иногда просто даже небезопасно ездить по дороге, по пешеходным дорожкам. То есть нужно, чтобы было какое-то четкое место, ограниченное для велосипедистов обязательно. За велосипедные дорожки на Васильевском острове собрано более 100 подписей. Правда, пока в онлайн. Теперь активисты пошли в народ. Тогда велосипедисты будут более себя уверенно, наверное, чувствовать на тротуарах. Не знаю, я за. Требования переданы в администрацию Василеостровского района и в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Если все получится, то наличная улица станет первой велодоступной на острове.